Что, в холоде, что ли, или как? Вот вы взяли хорошее, уже пожарили.
А я сам дома пожарил. Почему так делаете? А у меня просто 10 лет путешествует. Так и она была бы, если бы ее не превратили бы в жареную. Завесьте в этот кусочек, слева. В этот слева, завесьте. Бери туда. А это что? Как называется? Кирпичик. Хороший. Мне. А тебе? Масло. А это что? Слева. В чем? Масло. Ты не взял? Взял. А вот туда. Что? Шпроты. Из Латвии. В Латвии нельзя, так это рижские шпроты. Это марка Казахстана. Чимкен. По-русски был. Но как они могут там делать, это шпроты там не ловятся. Ты положил мою? Украшение палаты. Молодцы. Вне города, где прошлись, что увидели ваши? У нас любимое место здесь, вот, от Манежа до Пушкинской. Много очень сегодня артистов. Самое главное — флешмоб. Я в нескольких местах потанцевал. Это у людей может быть раз в 20 лет. Дайте возможность, чтобы люди могли около каждой площадки потанцевать. Много буфетов. Но заметил, к сожалению, минус. Стоят тележки, написано «горячие сосиски». От Манежа сюда нигде ни сосисок нет. Провокация? Немирюк отвечает за это у нас в московском правительстве. Немирюк уволен, чтобы с 10 сентября духу его нет. Чего обманывать москвичей? Тысячи людей пришли сюда. Горячие сосиски нет. Мороженое есть. Это вот как бы проблема. А так настроение хорошее. Тихо все, спокойно. Как бы, люди могут там постоять, здесь постоять. Дети могут полепить что-то. Значит, там где-то какие-то скутеры катаются, такого типа спортивных вещей. Кроме сосисок все есть. Но почему обманывать? Я согласен, может быть, их нет. Ну, уберите тележки. Вы написали, горячие, я в Германии был, на каждом шагу. Сосиски, сосиски. Если, пожалуйста, написали. Немирюк себе все забрал. Он отвечает, департамент потребительский говорит, так же нельзя. Прекрасный несельский магазин. Он себя увековечил. И Ленину увековечил. Только Ленин кровь проливал. Он нам оставил шикарный выбор. Мясные, рыбные. Я купил зубатку, пожаренную уже. Шпроты. Только почему-то казахстанские. Всегда они были из Латвии. И в Казахстане тоже Балтийское море, тоже там, видимо, вылавливают шпроты. Тем не менее, то есть, понемножку всего купил. А где у меня то, что я купил? Кирилл, вот. И, может быть, парков поздравлений. Да. Чего поздравления? Вот булочка с маком. Посмотри, какая мягенькая. Это Елисеевская. Посмотрите, это какая мягкая. Вы нигде это не купите. Это только в Москве, в России. А вот кирпичика. Ну, где второй пакет? Там. Вот шпроты. Шпроты. Но почему шпроты? Почему-то Казахстан. Я не понимаю. Какой Казахстан? Вот написано. Латвия. Что, из Балтийского моря ведут в Казахстан, потом к нам в баночках, что ли? Ну, пускай голову не морочат. Хлеб великолепный. Хлеб наши, батоны, российские, все. Вот просто всего набрали, и все дешево, и все много. И жалко, что только один раз в году. Да, давайте чаще. И вот у нас же есть движение новое, земляки. Всех можно объединить. И флешмобы устраивать почаще, и представления, и с людьми. Театр спустился на землю. Я тоже. Все там где-то, на сцене. Наконец, по Тверской можно идти и потанцевать. Молодежные коллективы, они умеют нас подзадаривать. Мы тоже пошли немножко потанцевали. Дети довольны. Доволен ты? Скажи, я рад. Скажи, я рад. Я рад. Скажи, да здравствует Москва. Москва. Вот. То есть, все отлично. Всех поздравляем. Великолепный праздник. Только непонятно, почему не в первую субботу сентября. Почему вторая суббота? Первая суббота была 1 сентября. Поэтому менять не надо. Город великолепный, все разукрашен. Метро вообще запутаться можно, столько станций много. Везде можно доехать быстро. Единственное, я прошу, дублер Кутузовского немедленно до конца доведить. Но нельзя. Я буду с дачи доезжать за 20 минут. С дачи. А москвичи поперек ездят полтора часа. То есть дублер Кутузовского довести до конца и до Калуги дойти. До Тулы мы уже дошли, до Рязани. Дорог много, садов много, люди должны быть довольны наши. И никакой войны.
в Сирии навести порядок на Донбассе. А здесь безоблачное небо. Вот нет дождя, а мог бы быть. Нам не жалко 100 миллионов рублей, потому что это не деньги, это наши самолеты, это распылители. Но это же хорошо, что сегодня дождь не идет, весело все, салют будет великолепный. Сейчас пойдем открывать зарядник. Лучший концертный зал мира, лучший. И я буду сидеть в 10-м ряду. Какое мое мне место? Где билет мой? Иван, где билет мой? 10-е место. 10-е место. Я прошу, чтобы все камеры всех телеканалов показали мое место. Я буду там сидеть, рядом Зюганов, Миронов не показывать. Вот четыре. Неверов будет сидеть, Миронов, Зюганов и я. Все каналы, все камеры на меня. А коммунистов прошу не показывать, потому что мы от них устали уже 100 лет с этими с коммунистами. И дали 10-й ряд. Я хотел бы знать, кто на первых 9 сидит. С 1-го по 9-й. Мафия сидит? С нам, избранникам народа, дали только лишь 10-й ряд. Но зал великолепный, лучший зал. Дегтярев там будет, да, что Дегтярев там стоишь? Вот он, кандидат в мэры, депутат Власов, самый молодой. Вот ЛДПР будет представлять 3 депутата. Власов самый молодой в мире депутат. И Дегтярев дважды кандидат в мэры. И я там буду. Мы здесь самые такие, кто любит Москву, кто любит Россию, кто доволен нашей страной, кто хочет дальнейшего расцвета, развития. Мы никогда не выводили людей с экстремистскими лозунгами. Никогда. Я никогда не кричал «Долой СССР», «Долой КПСС», «Долой армия», «Долой КПСС». Наоборот, мы должны сохранять все атрибуты власти. Сегодня КПСС нет, слава богу, но есть страна, есть мощная армия и мощная промышленность. Все одеты, все сыты, но подешевле можно, чтобы цены не очень росли, чтобы люди могли купить и на пенсию, и на зарплату, и все остальное. Тем не менее, я вижу радостные лица. Я на этом огромном пространстве, от Манежа до Пушкинской, я не увидел ни одного грустного лица. Посмотрите, как они улыбаются. Невеста, замуж идет в понедельник. Он женится в понедельник. Посмотрите, а вот невеста. Невеста, посмотрите, красивая, хорошая. Посмотрите, все улыбаются. То есть страна ликует, Москва ликует. Да здравствует Россия, да здравствует Москва, да здравствуем мы, русский народ и все остальные. С праздником, дорогие товарищи!